Вітаю, в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні кандидат історичних наук та заступник голови наукового товариства історії, дипломатії та міжнародних відносин Лілія Білоусова. Лілія Григорівна, вітаю вас знову в нашій студії. Одесу з Японією історично пов'язували багато зв'язків, бо ми порт, Японія морська держава. І ще до радянських часів в Одесі були дипломатичні представництва. Взагалі, дійсно, що наш город пов'язує з цією далекою страною на сході? Очень интересный вопрос, благодарю. Действительно, Одесса является уникальным явлением в плане дипломатических представительств. В Одессе на протяжении 19-го, начала 20 века, то есть досоветский период, 55 стран имели свои представительства. Это очень интересный феномен, и Япония занимает в нем определенное место. Первые сведения о японцах у нас относятся ко второй половине XIX века. Это то, что удалось выявить в архивных документах. Удивительно, но в Одессе действовало Генеральное консульство Японии. Даже тогда. Совершенно верно. И связано это было с развитием торговли, а также с такими интересными делами, как миграция. А кто куда эмигрировал? Одесситы до Японии или навпаки? Вначале речь шла о торговле, потому что с 1856 года Российская империя заключила договор с Японией и старалась развивать эти связи. И, конечно, такой известный уже к тому времени международный порт был включен в орбиту развития торговых отношений Российской империи. И тут начинается такая интересная страничка истории, как история Доброфлота. Это судоходная компания, которая развивала пассажирские грузовые перевозки на азиатской линии. И в 1879 году такая первая линия открылась. Начиналась она в Одессе, Черное море, Средиземное море и до Нагасаки. Последний конечный долго, пункт, да, почти два месяца. Эта линия почти два месяца нужно было добираться до Владивостока. И предпоследний пункт был как раз порт Нагасаки. Вот тогда-то одесситы познакомились с японцами ближе. Что каким чином это знакомство відбувалося? Что саме везли из Японии сюда, а ну что вывозили через наш порт до Японии? На самом деле японские товары попадали разными путями, не обязательно из Японии. И у нас, например, был такой магазин заграничных товаров, универсальный, Петрококина, в котором можно было найти любые товары. Он находился на Грецкий, в уголке Екатерины. Совершенно верно. Но здесь история более, так сказать, интересная, потому что с 1882 года в Российской империи был начат такой проект переселения украинцев и жителей Дона, Кубани на Дальний Восток. Поскольку Дальний Восток был такой малозаселенной территорией, и как раз граница с Китаем, с Японией, с Китаем в основном, и надо было как-то осваивать эти территории. Развивать эти территории, да. И вот этот план включал переселение. Почти миллион украинцев было переселено вот за этот период до 1912 года. Вначале речь шла о Доброфлоте, а затем был подключен РПИТ, Российское общество пароходства и торговли. И вот переселение такими партиями, обычно это начиналось ранней весной, и со всей Украины, в основном это жители были Полтавской губернии, Киевской губернии. Они ехали туда, так? Да, они переселялись, потому что искали лучшей жизни, и не имея земли, и бедствуя здесь, в Украине, они... А там на сходе им давали какие-то преференции? Совершенно верно. Да? Давали налоговые льготы, давали возможность осваивать новые участки. То есть Одесса за тех часы уже была досі освоенным краем, уже не было так цікаво сюда перемещаться, как на початку, мне кажется, 19-го столетия. Так? Одесса стала таким миграционным перекрестком в это время. И вот такие огромные просто количество населения перемещались как раз через Одессу. Порт. Все-таки ворота были. Да, и таким образом Нагасаки как раз и был тем самым портом, в котором практически ежемесячно прибывали партии переселенцев, начиная с 1882 года. И именно в это время активно работает Генеральное консульство Японии. А каких функций были за тех часов, то есть какие питания они решали?
В основном вопросы, которые были связаны с торговлей. С торговлей и защитой своих подданных, своего государства. Все вопросы, которые касались любых связей между Японией и Одессой. И нужно сказать, что присутствие вообще-то, конечно, удивительно, потому что территориально... Ну, дуже далеко за тих часів, тобто це дійсно, це дуже великий шлях. И мне было интересно, сколько же японцев проживало в Одессе. Ну, статистика нам показывает, что не больше 7 одновременно. Лише 7 людей на наш великий, за тих часів, велике місто, так? Ну, это как бы объяснимо, потому что это был генеральный консул, который решал все вопросы. Как правило, секретарь был японец. И остальные члены миссии, скажем так, консульства, это были люди, которых нанимали наши, это были одесситы. Чем занималось консульство? В основном культурными разными акциями. Вот очень интересные сведения у нас сохранились о великолепном подарке, которое правительство Японии сделало нашему городу. Какие это был? Это был 1889 год. В Санкт-Петербурге в посольстве проходила выставка японских товаров, и были очень широко представлены всевозможные отрасли, всевозможные товары. Это были и продукты питания, чай, всевозможные сорта, рис. Это предметы домашнего обихода, посуда, изделия из бамбука. Это всевозможные произведения искусства из фарфора. И таких вот товаров собралось 373. И вот неожиданным образом правительство решило подарить этот дар, сделать именно городу Одессе. А чему да. Ну, зрозуміло, чому саме Одесі? Здесь было консульство, во-вторых, нужно было все-таки развивать связи, потому что в одном Санкт-Петербурге, где присутствовало посольство, ну вот, а Одесса была все-таки южной столицей Российской империи. И дар этот был передан под опеку городской думы, и было несколько условий, как же распорядиться этой коллекцией великолепной. 373 ось цих предметы мистецтва та побуту, так? Да, которые представляли Японию в разных ипостасях. Условие было такое: отобрать самые ценные предметы и передать их в художественный музей, и сделать постоянную выставку, и образовать такой японский зал в музее в художественном, а вторую часть следовало продать и на вырученные деньги какую-нибудь акцию благотворительную устроить. Ну, предлагалось такие вещи. Значит, учредить японский фонд денежный, эти деньги положить в банк и на процент от этого банка содержать в городской больнице японскую кровать. То есть что это была японская кровать? Это для людей, которые потрапляли с какими-то хворобами? Да, но это были не обязательно японцы. Это люди, которые могли бесплатно лечиться в течение года. Консульство Японии утримывало эту кровать? Совершенно верно. Угу. И таким образом они участвовали в благотворительности, в благотворительной деятельности. Дуже цікаво, дійсно. Але це за до радянських часів, але і в радянські часи в Одесі також існувало консульство японське, так? Да, вот это консульство генеральное, оно продолжало действовать до 1918 года. Так. С ним были определенные сложности, потому что когда началась русско-японская война, то, конечно, положение консульства было сложно. Да. И, в общем-то, консульство оказалось под надзором полиции и разведки. И, в общем-то, не случайно. На той час? Конечно, Российской империи, потому что на ее территории находилось такое консульство воюющей страны. И было принято решение под неусыпным надзором содержать. И действительно, Неохито Фукуда, который был тогда генеральным консулом, он оказался полковником генерального штаба Японии. То есть все эти консулы были военнослужащими и, возможно, действительно выполняли вот такие миссии, потому что прямо было сказано, указание было дано градоначальнику Одессы следить за шпионской, за возможной шпионской деятельностью, что было вполне, как говорится, объяснимо, поскольку еще это были воюющие потом... страны. А потом в 1918 году генеральное консульство, потому что началась революция, и уже в 1917 году оно постепенно сворачивало свою деятельность и прекратило свое существование. Но удивительный факт: в советское время, в 1930 году,
мы обнаруживаем снова это консульство. В это время было только 4 консульства. Тобто відродження відбулося, так? В Одесі взагалі небагато вже було дипмісій на той час, так? Ну, это было немецкое оставалось консульство, итальянское и вот японское. Как это ни странно, хотя именно в это время, в начале 30-х годов, очень активно развивались внешние связи. Uh-huh. Это происходило где-то до 36-го года, потом все эти программы были свернуты, и мы, так сказать, не можем точно сказать, когда же завершилась работа консульства. Але вже у 60-ті, мені здається, роки ось ця система міст-побратимів, вона отримала також, Одеса отримала міст-побратим у Японії. Це вже інший, мені здається, характер зв'язку, але це також зв'язок нашого міста із цією далекою країною. Да, в 1965 году Йокогама, город Йокогама, став побратимом Одеси. Это удивительный город. Это он входит в агломерацию Токио. Токио, собственно говоря, столица Японии, это вовсе и не город, а агломерация 23 городов. И сейчас Йокогама и Одесса очень активно развивают свои связи. Мы уже гораздо больше знаем о Японии. И благодаря обмену делегациями, которые с 1984 года очень активно практиковались, я, конечно, не могу не упомянуть Галину Андреевну Изувиту, которая в то время занималась развитием международных связей. И как раз она рассказывала, какой был бурный обмен профессионалами, в частности, медицинская отрасль, таким образом обмен шел специалистами, обучение происходило. И комитет работает Одесса Йокогама, который действует очень активно. И мы ежегодно... То зараз він якось, ну, замінюється, виконує цю культурну функцію, яку, ну, раніше виконували, мабуть, консульські місії, так? Ну, не совсем так, но развитие культуры и побратимские связи, которые предполагают в самых разных отраслях сотрудничества, это все сегодня происходит в городе. И это отрадно, как говорится, отрадный такой пример, яркий. И дни Японии в Одессе, например, мы уже знаем, и выставки специальные, посвященные Японии, и изучение японского языка. И люди очень интересуются культурой Японии, культурой восходящего страны, восходящего солнца. Ну, зараз це мені здається, набагато ближче стала ця країна, бо взагалі іншим способом зараз реалізуються усі транспортні зв'язки, аніж 100 чи 150 років тому. Але дійсно для нас це, вона залишається далекою країною, з далекою, ну, дещо непізнаною нами культурою. Тож, якщо підводити підсумки, на якої стадії зараз відносини нашого міста та, ну, міста побратимів, взагалі цієї країни? Можна сказати, що на перспективному направлінні роботи. Тобто є куди рости, куди зростати? Во-первых, дуже цікавить, що, наприклад, японці можуть цікавити в Україні. Это и проблемы, связанные с радиацией, с тем, как население переживает радиацию, потому что и Япония в свое время была, подверглась такой атаке ядерной, и Украина пострадала от Чернобыля. Поэтому на этом уровне идут очень, так сказать, конкретно развивается эта отрасль. И в области медицины, в области нанотехнологий, в области культуры большие связи. Ну, я, например, личный пример мой, это, конечно, на уровне научных исследований. В нашем архиве государственном также 3 профессора-историка в своё время посещали Одесский архив и плотно работали. А что самого они шукали в нашем архиве? Например, Сида Киоко из университета Хоккайдо, профессор, она изучала полиэтническую историю Новороссийского края. Mm-hmm. Вот так звучало ее. Изучают историю наших, многонационального нашего края. Хотя, конечно, могли бы быть историки представлены и более активно. Я, например, принимала участие в конгрессе, Всемирном конгрессе экономической истории. И, к сожалению, от Украины я была единственный представитель. Угу. И попала я туда только потому, что я вошла
в состав делегации Базельского университета швейцарского, который формировал такую интернациональную группу. Там были и греки, и представители Греции, и Румынии. Это не суто представительство Украины, а само в международной группе. Нет, это была такая вот международная группа, но я там представляла Одессу. Как раз ее связи с причерноморскими городами Средиземноморья и Черного моря. И, вы знаете, было удивительно, что среди 90 секций, которые работали на этом огромном просто конгрессе, было 1115 участников. И вопросы Украины также рассматривались, но не представляли ее украинские исследователи, а историки из России и из Австралии. Была отдельная секция, посвященная проблемам Голодомора. Австралийский ученый, например, представил свои исследования о демографии, как повлиял голодомор, голод на население нашей страны. И так что этот Всемирный конгресс, он не случайно он проходил в Японии, в Киото, это древняя столица Японии, было очень интересно ознакомиться и с культурой страны, с научными исследованиями. Ну, теперь эстафета была передана в Бостон в 2018 году, а в 2021 году в Париже. То есть такие конгрессы проходят... Вы также будете принимать участие? Все могут принимать участие, кому есть что сказать в исторической науке. Это такие всемирные конгрессы, в которых как раз японские ученые, они очень активно представляют свою страну. Историки, экономисты. І нам, як розвивающейся стране, которая це цікаво, цьому також треба навчатися. Да. Так, я дякую вам, що прийшли до нас до студії. А взагалі тема розвитку цих дипломатичних відносин, вона дуже обширна, і ми ще раз до неї повернемося. Дякую, що прийшли до нас. І нагадаю, спасибо за внимание. Що в гостях у нас сьогодні була кандидат історичних наук та заступник голови наукового товариства історії, дипломатії та міжнародних відносин Лілія Білоусова.